почему женщины больше, чем мужчины, привязываются во время кекса? Дело в том, что во время процесса формируется гормон окситоцин. У женщин он создает чувство привязанности, а у мужчин лишь чувство удовлетворенности. Я знаю тысячи людей, но поверьте мне, нет, еще не привязалась. Там, кстати, сами женщины над ней ржут, вот комменты такие, вау, ты что гонишь, что ли? А вот наоборот, это действительно работает. Мужчина после интимных отношений с женщиной, как правило, привязывается. И женщины об этом прекрасно знают и прекрасно это используют, вот эту манипуляцию сексом и телом, чтобы привязать мужика к себе.